В СМИ и различных телеграм-каналах гуляет сообщение о скором повышении цен на лекарства на 25%. А что на самом деле? Фармацевтическая отрасль в России действует при протекции и регулировании органов власти. Увеличение цен на лекарства регулируется государством. Об этом гласит федеральный закон от 12 апреля 2010 года номер 61 ФЗ об обращении лекарственных средств. А именно статья 60. Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения осуществляется посредством: стоимость жизненно важных лекарственных препаратов фиксирована, о чем указано в федеральном законе. При этом за последние годы в ходе программы импортозамещения большое количество лекарств имеют отечественные аналоги. Не стоит забывать, что одним из главных поставщиков лекарств в Россию является Индия. Эта страна не вводила никаких санкций в отношении нашего государства, что сохраняет выстроенную цепочку поставок. И, конечно, на данный момент введенные санкции не затрагивают вопросы фармацевтики и ее поставок. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мой канал в Дзен, на Яндекс.Эфире или на YouTube. Ставьте лайки. Читайте и смотрите наши материалы. Впереди еще много интересного. Мне очень важно ваше мнение.